Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили дерзкую атаку под предводительством пресловутой Дэнни Накамура. Ну, хватит. Нас работа ждет. Ангар-галлист, судно Оюка-Харон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, Ангар. Берем курс к станции Европа. Скажешь что-то, или так и будешь ей щелкать? Я смотрел вообще-то. Закрыли тему, Макс. Это последний рейс. И что я должен сказать? Может, спасибо? Как закончим, можем не работать до конца жизни. Все-то у тебя схвачено. Так и есть. Да брось, что за фигня, а? Туда и обратно с Калиста на Европу, и столько мер безопасности? Это же тюрьма, Макс. Безопасность для них важна. Ну а нападение? Как ты их объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Явно ерунда. Но все же стоит проверить. Не стоит так париться. Поживешь дальше. Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Иди проверь. Да иду я. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Калиста. Не можем покинуть штаб, пока они загружают груз. Макс достает меня с этими атаками на Европе. Мы уже делали подобные рейсы. Не знаю, почему сейчас его это беспокоит. Это же просто работа. Нужно просто не высовываться и помалкивать. Сложить не мог. Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, походу. Ладно. Так, быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. Поглощающее поле еще действует. Ненадолго. Что им нужно? Я откуда знаю? Есть
ней что? Пока нет. Время на исходе. Почему не послушал? Не нужен. Ладно. Давай тебя вытащим. В декларации указано, что вы везли груз из ангара. Наемники – редкость в этих краях. Я просто работал. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Впервые я разбил корабль. На борт проникли... Пусти меня! Она! Она! Это она! Эй! Остынь, грузовод! Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Да, сэр. Как прикажете. Взять его! Эй! Ты что творишь? Эй! Я ничего не сделал!